Все новогодние праздники держатся морозы, температура значительно понизилась, что привело к увеличению технологических сбоев как на котельных, так и на тепловых сетях. Из-за морозов в многоквартирных домах возникли проблемы с подачей отопления и горячей воды. 7 января глава округа Максим Красноцветов проверил котельные, по которым поступает наибольшее количество заявок. Позже на совещании представителям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний были даны сутки на устранение замечаний. О проделанной работе они отчитались на сегодняшнем штабе с участием прокуратуры и Следственного комитета. На сегодняшний момент все жилые многоквартирные дома отапливаются, все теплоснабжающие организации выполняют свои обязанности, но, безусловно, есть вопросы, которые сегодня мы обсуждали с привлечением сотрудников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета. На котельной, расположенной на Московском проспекте 55, один из котлов находился в нерабочем состоянии. На сегодняшний момент его почистили, и он работает. Что касается остальных 5 котельных, то на них не всегда соблюдается нужный температурный режим. Этот вопрос обсудили на совещании. Максим Красноцветов дал поручение составить дорожную карту. В ней будет отражено все то, что сделают за эти 2 дня для нормализации параметров эксплуатации объектов. Давайте мы не будем ждать заявлений по каждой квартире. По каждой проблемной котельной перерасчет, вот как начались заявки и акты управляющей организации, что недопоставка, делайте перерасчет. Мы сейчас получим огромную просто шквал заявок о том, почему мы должны платить за то, чего не было, а этого не было. Что касается прокурора, все уже прочитали в социальных сетях, что будут возбуждены дела административные 7.23, недопоставка коммунального ресурса. Но я хочу сказать, что это не, этим мы не будем ограничиваться. Большие вопросы вообще к эксплуатации этого оборудования и к его надлежащему техническому состоянию. Не забывайте, что вы в концессии. Евгения Коломиец, Владимир Парфенов, новости Большого округа.